Барыши на улице Максима Горького появится свой парк дружбы народов. Помимо стандартных атрибутов парковой зоны – лавочек, урн, освещения и клумб – предусмотрено необычное оформление. По дизайн-проекту планируется использование художественных орнаментов, цветов и государственной атрибутики национальностей, проживающих на территории района. С коллегами ведут творческую работу. Каждый готовит свои предложения, как свою зону земляческую диаспора устроит в национальных колоритах, красках там, и особенностях национальных, чтобы можно было какие-то мероприятия проводить здесь, и это было отличительно. Территорию под парк уже расчищают от засохших кустарников, убирают аварийные деревья. В следующем году планируется сделать входную арку, установить деревянные навесы от солнца. Озеленители высадят сирень, каштаны, березы, черемуху. Каждой национальной автономии выделен участок под будущую архитектурную форму. По предварительной договоренности представители диаспор создадут некоммерческие организации, чтобы поучаствовать в конкурсах на получение грантов для дальнейшего благоустройства. Глава региона, который также осмотрел площадку, поручил обратить особое внимание на его озеленение и предусмотреть безопасные подходы к парку. Подходы в этот замечательный парк дружбы народов. Потому что вот здесь видно, что подхода нет. Ходить по дороге, но это уже, знаете, это уже прошлый век. Уже и небезопасно. Столько машин стало, что детишкам не пройдет. Значит, надо делать тротуары с выходом, там понимать, где мы там тротуарные пешеходные дорожки будем делать. И стоит с этой стороны, чтобы удобно было приходить. В настоящее время в Барыше подрядчики приступили к ремонту дворовых и общественных территорий. Завершат работы до 1 сентября. Благоустройство ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.